Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики. Сегодня у нас 19 января 2023 года. На улице у нас 10 градусов тепла. Снег сошел. Весь сошел снег. У нас снова весна. Но знаете, такое прям весеннее настроение. Жалко, что нету солнышка. Поздравляю вас с праздником, с крещением Господним. Желаю всем счастья, здоровья и мирного неба над головой. Хочу поделиться своими удачами и неудачами. Вот насчет теплицы. Красила я, старалась, выкрашивала все. Здесь водоэмульсионной краской красила. Металл не годится, водоэмульсионная краска. Она вся облезла. Она смылась. И проступила вся ржавчина. Нужно теперь и мне будет это самое все перекрашивать весной. Ну вот как в марте месяце станет тепло, будем перекрашивать весной. Вся, буквально вся облезла. Видите как? А я ведь красила такая, у меня где-то есть видео, я красила, такая красавица стояла. Вот это вот все будет убираться. Сын будет снимать, убирать эту пленку. Нужно искать краску по металлу. Если уж металл, то нужно красить краской по металлу, а не наводить экономию. И с этой экономией ничего путного не получилось. Здесь вот красила краской акриловой, половой. Посмотрите, какая облезлая красота. В марте месяце начнем укрывать пленкой. Теплицу укрывать. Видите, какая облезлая. А какие все было красивое. Какое все красивое было. Вот на этой стороне буду выращивать огурчики на следующий год, а на этой стороне буду дыни. А на той стороне будут помидоры. Больше смешанные грядки делать не буду. Вот так вот, мои дорогие друзья. Никому вам не советую водоэмульсионкой красить по металлу. Не годится. Она вся краска, хоть и предназначена она для наружных работ, эта краска водоэмульсионная, но на металле она вся смывается. Не идет. Вот это мое разочарование показало. Показала вам свое разочарование. И у нас есть металл, нужно еще на теплице дополнительно протянуть рейки. Обязательно. Это будем с сыном подделывать, доделывать свои недоделки. И вот. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Заходите в гости, как всегда, буду вам очень рада. До свидания, до новых встреч. Показала я вам свои недостатки. И 19 января на крещение. У нас весна. Пока.